Так, еще пробуем. Второй дубль. Уже ISO-125. Что же тебя никак не удержу, родненький ты мой, а? Какой ты у меня юркий. Наверное, даже здесь надо выдержку уменьшать. Стоп-кадр потом посмотрите, хлопцы, девчата. Еще уменьшаю выдержку. Что-то даже получилось, да? 24 сентября 2000... Ну, ты видишь, если долго мучиться, что-нибудь получится. То есть я сейчас вообще в расслабленном виде держу. Ну, все, хорошо. Уже ушел, наверное, не поймаю. Да, уже ушел. Пень земли. Давай мы сейчас бонусом дадим. Луну. Сейчас, ребят, секунда. Немножечко опущу я штатив, чтобы пожестче было. Так, ну тут уже автофокус, тут я уже наводиться не смогу. Уже что есть, то есть. Единственное, что смогу, так это выдержку, наверное, чуть меньше сделаю, да? Чтобы поконтрастнее у нас было. Наша красавица Селена. Так, что там я? 24 сентября 2023 год. А, мы еще и сейчас Сатурн даже снимем. Елки-моталки. Но опять же, если автофокус на него наведется. Сейчас попробуем. Что нам стоит? Мне вот это вот именно нравится. Часть. Сейчас, хлопцы, девчата, подождите. Вчера тут такой, ага, вот. Вчера вот эти глазенки, они были как раз. Вот этот кратер, что сейчас посередине, ну практически экрана. Слушай, он параллельно горизонту плывет, луна, ничего себе, она даже не садит. Но видно, да, кратер с двумя глазками. Вчера он был как раз на линии терминатора, на линии света и тени. А сейчас получается, как будто два глазка, а он внизу, ниже усов, черный ротик. Капец. Это называется парейдолия. То есть способность в каких-то абстрактных образах видеть нечто схожее там с привычными образами, обликами. Кого вчера я в тестах Роршаха увидел, что называется. Ах, зараза. Я бы с удовольствием снимал, тут ее и снимал. А, это у нас еще не закреплено, это. Луну нашу красивую. Боже. Какая же ты у нас красавица, Селена. Селена прекрасная. Ладно, поехали к Сатурну, а то я тут так зависну.
до утреннего дежурства. Если я, конечно, сейчас еще вот этот Юпитер, то есть Юпитер, Сатурн попаду. О, попал. Да ты посмотри, какой я стал. Меткий прямо. Кто меня еще похвалил? Кроме комаров. И моя кровушка явно до вподобы. Ну, а вербальные комплименты приходится отпускать самому себе. Что ж ты чуть-чуть не... Все, отошел, ничего не трогаю, но я хоть на максимум, все. О, это-то, ребята, 1,5 миллиарда километров до нашего красавца Сатурна. И, по-моему, это просто невероятное достижение человеческой ладушки.